есть некоторые объемы роста, например, по дачной амнистии у нас рост на 18% данных, и по приватизации у нас на 12% рост. Понятно, что были определенные моменты, связанные с тем, что в этом полугодии заканчивались очередные сроки окончания действия закона о приватизации и по дачной амнистии в отношении индивидуальных жилых домов, которые продлили в марте месяце. И, наверное, это подстегнуло заявителей прийти и зарегистрировать свои объекты недвижимости. Но, тем не менее, рост определенно зафиксирован.